леди и джентльмены! У нас бокс! Кто бы мог подумать? Совсем недавно Александр Усик перешел в супертяжелый вес. Но на каждого Усика найдется своя бритва. Встречайте, бритва Гонсалес! А это очень важный поединок, поэтому в зале присутствует сам президент Федерации бокса Украины Наталья Могилевская. И, как говорит сама Наталья, я танцевала, так танцевала, как бабочка. Жаль, что это время прошло. Ну чё, Саня, добро пожаловать в супертяжелый вес. Я ждал тебя в нем с 9 лет. А мы против эксплуатации женского тела, поэтому табличку с раундами выносит старый некрасивый дед. Ну что ж, на связи Гонконг, и Кинг-Конг бьет в гонг. Бой! Давай! Ну что, Саня, выбирай. Нокдаун, нокаут или наживое? А вот и тренер Александра, который дает ему невнятные подсказки из-за сигары во рту. Ты меня понял? Давай, давай. А также мы видим, что в зале присутствует известный промоутер Дон Кинг. Виталий. Ты должен лечь во втором раунде. Дон Кинг, я не хочу вас расстраивать, но это Александр. Черт, я проиграл кучу денег. Ну что ж, а пока мы видим, что Александр Усик даже не может подняться с кресла. Че, Санчо, задница тяжелая, да? Свинцовая дупа. Ой, ёп!